Компания Virgin Galactic получила лицензию на операционную деятельность летательного аппарата SpaceShip2, который по замыслу разработчиков способен доставлять туристов в нижние слои атмосферы. Фактически это означает разрешение на проведение первых в истории пассажирских космических путешествий частной компании. Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию при условии предоставления компании Ричарда Брэнсона полных данных о тестовых испытаниях аппарата. Virgin Galactic пока не объявляла о дате начала полетов, однако ранее сообщалось, что на рейсы SpaceShip2 уже продано порядка 700 билетов, каждый по 250 тысяч долларов.